вот пользуясь этим случаем, я хочу сказать, подумайте много раз, посоветуйтесь с вашим участковым семейным врачом или там наймите себе базового терапевта и работайте с ним, потому что иначе просто у вас никаких денег не хватит. Ну и есть еще одна причина. Очень часто этот узкий специалист, он ну, ничем не отличается. Мы, грубо говоря, всех врачей готовим на одной фабрике. Они все выходят с одних мединститутов, и далеко не у всех узких специалистов есть достаточные компетенции. Ну, скажем так, они там должны пройти резидентуру трехлетнюю, они должны поработать в больнице, чтобы действительно быть узким специалистом. Безусловно, они есть, и многие наши уважаемые профессора, доктора наук, врачи большим стажем, высшей категории, они сейчас работают в частном секторе, и они говорят, ну, приходите, прием платный, да, соответственно, люди идут. То есть это как бы уже проявление сегодняшнего дня.